Программы по поддержке молодых семей и специалистов действуют в республике уже более 10 лет. В них входят социальные выплаты, субсидии, предоставление земельных участков и материала для строительства жилья. За это время более 2000 молодых семей и специалистов улучшили свои жилищные условия. Кроме того, с 2012 года успешно реализуется проект по строительству объектов МЖК, в рамках которого действует льготная ипотека. Это финансирование Республики Бурятия 10%, получается предприятие 10%, и все остальное на льготных условиях банки предоставляют, ну, ипотеку молодым людям. Как отметили участники круглого стола, в этом году в Бурятии в числе нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят около 4000 молодых семей и почти 800 молодых специалистов. С целью выполнения майских указов президента Российской Федерации и в соответствии с условиями федеральной программы «Жилище» с 2014 года в первоочередном порядке участниками программы становятся молодые семьи, имеющие 3 и более детей. Обсудив основные проблемы, вынесенные на рассмотрение, участники круглого стола внесли несколько предложений. В частности, предусмотреть софинансирование программ МЖК из муниципальных бюджетов и активизировать деятельность по бесплатному предоставлению земельных участков молодым семьям и молодым специалистам. Руслан Батуев, Даржи Чайдопов, «Новости дня».